Начинаем с трагедии в Подмосковье. Одна из погибших в Крокус-Сити Холли – бендерчанка Кристина Костюченко. Это уже подтверждено. Сегодня мама Кристины, бывший главврач бендерской водолечебницы Светлана Присяжная, опознала дочь. В списках погибших и муж Кристины Костюченко. Подробности от знакомых семьи и официальных лиц в нашем сюжете. Кстати, есть поручение президента оказать помощь семье погибшей бендерчанки. И вчера, когда я своей дочери рассказала об этом, она ехала с командировки, я сказала про Кристину, вы знаете, она не то что заплакала, она, это был какой-то такой, ну, крик души, когда она... Мама, ну почему? Она же должна была выжить. Министр просвещения Светлана Иванишина говорит, не сдерживая слез. В ее семье погибшую Кристину Костюченко знали с детства. Училась вместе с дочкой Ярославой в одном классе. Жили по соседству. Она росла очень доброй, отзывчивой, культурной. Всегда внимание уделяла учебе. Всегда была приветливой, здоровалась. Ну, вы знаете, просто идеальный ребенок. Ее бабушка была учительницей. Рассказывала мне всегда об успехах Кристины, когда она поступила, когда замуж вышла. И, в принципе, я всегда знала о ее жизни, все. Но теперь, я не знаю, мне очень больно, и это очень страшно за наших детей, за наших внуков. На фото семья Костюченко, Кристина и ее муж Павел, двое их сыновей. Муж Павел из Белоруссии, там у него пожилой отец, это рассказали знакомые семьи. Кристина больше 10 лет назад переехала из Бендер в Москву. Там и познакомилась с будущим супругом. В Крокусе Кристина и Павел были вместе. Сегодня стало известно, что мама Кристины, бывший главврач бендерской водолечебницы Елена Присяжная, опознала дочь. Есть подробности и по зятю Павлу. Сегодня главврач связывался по поручению главы госадминистрации с Еленой Викторовной. Она нам подтвердила информацию, что действительно среди погибших была обнаружена ее дочь Кристина. Сегодня она произвела опознание тела. Также со слов Елены Викторовны она сказала, что тело супруга достаточно сильно обгорело, и по заключению экспертов все-таки требуется процедура ДНК. Тело самой Кристины тоже обгорело, то есть какая у вас информация? Да, тело обгорело, но не настолько сильно, как супруг, поэтому опознать матери удалось. А это Наталья Крикливая, подруга мамы Кристины, тоже сегодня вспоминала семью Костюченко. Прекрасно они жили, душа в душу. Очень такие всесторонне развитые ребята. Ездили, любопытные, развивались, путешествовали, посещали все культурные мероприятия столицы и за пределами. О трагедии в Подмосковье сегодня говорили у президента. Совещание Вадим Красносельский начал с минуты молчания. О чем говорит данный теракт, о уязвимости, наверное, людей, о том, что все-таки общество подвержено террористическим атакам. К сожалению, в результате данных террористических атак погибают мирные граждане. Надеюсь и уверен, что все, кто совершил, кто стоит за данными терактами, понесут заслуженное наказание в соответствии с законом Российской Федерации. Президент Красносельский поручил связаться с семьей погибшей бендерчанки и помочь. Вот что сказали в госадминистрации Бендер. На сегодняшний день Елена Викторовна пока не может сказать, какая помощь ей нужна, потому что пока никакие расходы она в связи с захоронением еще не несла. От помощи она не отказывается. Она поблагодарила за то, что ей готовы помочь и президента республики, и главу города. С вечера пятницы приднестровцы несут цветы консульству в Тирасполе, стихийный мемориал по всему Приднестровью. Трагедия в Подмосковье, общая боль и скорбь. Тем более, когда это касается тех, кто близок и кого знаешь лично. Так сегодня говорили знакомые погибшей бендерчанки Кристины Костюченко.